О том, какие события происходят в мире культуры, как всегда расскажет Анна Коваленко, и я передаю ей слово. Большой театр в честь столетнего юбилея Георгия Свиридова сегодня даст 3 концерта, которые состоятся на исторической сцене и в Бетховенском зале, сообщает РИА Новости. Вдохновителем Дня музыки Георгия Свиридова в Большом театре выступил известный дирижер Александр Ведерников. Георгий Свиридов сочинял симфонии, концерты, кантаты и, конечно, вокальную музыку, которая была главной линией на протяжении всей творческой жизни композитора. В его репертуаре вокальные циклы, романсы и песни на стихи великих классиков – Пушкина, Есенина, Маяковского, Пастернака, Шекспира, Бёрнса. Свиридов – автор более 100 романсов и песен. По словам дирижера Александра Ведерникова, будут исполнены маленький триптих и патетическая оратория на слова Маяковского, ставшая одним из значительных достижений композитора в этом жанре.